Владимир Ерошин – человек с серьезным подходом к жизни. Первый заместитель генерального директора крупнейшего пищевого предприятия региона. Не менее ответственно Владимир подходит и к здоровью сотрудников. Для их удобства на территории организации работает мобильная медицинская бригада. Конечно, это очень удобно. Не нужно ходить в поликлинику, отрывать время, когда можно это сделать все в рамках практически рабочего времени. На сегодняшний день уже большинство наших сотрудников понимают, что это одно из самых эффективных, не одно, а самое эффективное средство по борьбе против этой эпидемии. Порядок действий при вакцинации на территории предприятия точно такой же, как и в поликлинике. Сначала желающий привиться заполняет анкету, согласие. Далее следует прием терапевта, и только после этого пациент направляется в прививочный кабинет. На сегодняшний день вакцинацию прошли четверть сотрудников предприятия. Мобильная медицинская бригада прибыла из первой городской поликлиники, где провакцинировали уже около 12 тысяч человек. Это говорит о высокой социальной ответственности как руководителя предприятия, там, так и самих работников. Потому что сейчас в условиях наступления третьей волны новой коронавирусной инфекции вакцинация становится еще более актуальной. Сделать прививку можно также в поликлинике и круглосуточных кабинетах. Еще два новых пункта появились на базе самарских больниц номер 6 и 10. Теперь в городе работают три кабинета, в которых можно пройти вакцинацию после 8 вечера и даже ночью. Их адреса: Медицинская 4, Советской армии 56 и Мичурина 125. На данный момент вакцинировались от коронавируса 517 тысяч жителей региона. Мария Левина, события.